Здравствуйте! На библейский портал «Экзегет» поступил вопрос, где искать Царствие Небесное? А, ну, с искать Царствие Небесное Господь недвусмысленно сказал. Царствие Небесное внутри вас есть, по-церковно-славянски, то есть внутри вас, внутри нас. Царствие Небесное, оно не где-то во времени и в пространстве. Царствие Небесное, вспоминаем, тоже слова замечательные где сердце ваше, там и сокровище ваше, где сокровище ваше, там и сердце ваше, что если Царствие Небесное для нас является сокровищем, то уже мы его приближаемся, и уже мы его можем стяжать, и на самом деле момент просто физической смерти для нас будет это моментом освобождения, потому что тело-то освободится, а в душе это Царствие Небесное уже есть, и человек просто в Царствие Небесное переходит. Святой человек, именно мы празднуем, поэтому день памяти каждого святого в день его смерти для людей грешных, увы, у которых Царствия Небесного внутри нету, им все-таки уже сложнее. Ну, я бы не сказал даже им, я бы сказал нам, нам, людям грешным, от них же первый есть масс, тоже действительно сложнее. Сложнее, потому что если Царство Небесного в душе нет, то и уже никакие радости земные жизни человека счастливее не сделают. Ни богатство, ни власть, все будет его только раздражать, все его будет только мучить. А вот Царство Небесное, если будет в душе, то, конечно, человек уже это почувствует и сейчас. Поэтому Господь говорит о заповеди блаженства и говорит уже прямо сейчас блаженны. Блаженные, нищие духом якотех, есть Царство Небесное. То есть положение те, которые да, вот не гонятся за тем, чтобы обогатиться, причем обогатиться не только как-то физически, но и обогатиться какими-то эмоциями, впечатлениями, обогатиться за счет самоутверждения, какого-то самолюбования, обогатиться из-за окружающей лести. Нет, что если человек все это отринул и все-таки сосредоточился на Царстве Небесном, Царство Небесное уже в его достоянии. Но просто Господь в конце заповеди блаженств уточняет, что радуйтесь, веселитесь сейчас, яко награда ваша много на небесах. Ну, то есть все-таки надо немножко дождаться, дождаться, пока мы вот этот бренный мир покинем. На самом деле все Евангелие, оно по сути представляет собой инструкцию, где искать Царствие Небесное. И Господь начинает, говорит, уподобилось Царствие Небесное, и слушатели все думают, ой, сейчас Господь будет рассказывать ну, про какие-то награды, про полученную реку, про кисельные берега, а Господь вместо этого говорит, там, сеятелю, или полю, которое засеяно, или неводу, и так далее или там десяти девам, которые несут светильники. Можно каждую притчу перебирать. И каждая притча показывает нам, на самом деле, не где Царствие Небесное, а путь. Путь, как надо жить, чтобы это Царствие Небесное достигнуть, на что надо решаться, чтобы это Царствие Небесное достигнуть, и чего надо избегать от чего надо сторониться, с чем надо быть аккуратнее, чтобы это Царство Небесное, увы, не потерять. Вот притча о десяти делах, это как раз именно о том, как и притча о блудном сыне. А был еле у тех у всех был, но кто-то его потерял. Было все богатство, вот это внутри, в душе и блудного сына. Да, но он его потерял, и надо возвращаться его забирать. Поэтому, дорогие братья и сестры, если вас действительно интересует этот вопрос, то придется вам не только посмотреть этот ролик, но и тщательно читать Евангелие, постоянно его сравнивать со своей жизнью. Для того чтобы мы все вместе с вами в этом не расслаблялись, прочитаю коротенькую цитату из 11 главы Евангелия от Матфея. «От дней же на Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Тут, конечно, усилия надо прилагать. Поэтому даже если мы будем искать неверное направлении, Господь увидит наши усилия и пошлет нам того человека, того священника, или пошлет нам некоторую мысль, или пошлет нам какой-то стих библейский, который перевернет все в нашей жизни, и Царствие Небесное мы найдем внутри себя, а потом уже поймем, что мы для него предназначены всецело на страшном суде.